Привет всем неравнодушным к джиу-джитсу. Сейчас я вам покажу один из приемов, который я использую очень часто. Даже хотелось бы выигрывать им соревнования, но не об этом. После обхода гарда, удачно, я должен оказаться в сайд-контроле. И здесь у меня есть две опции. Либо я тяну своего соперника и разворачиваю на бок к себе, либо может случиться так, что после прохода он отклонился от меня, и мне не надо ничего делать. Отсюда я фиксирую плотно руку, прижимая к себе, притягивая к себе и локти чуть-чуть подсвожу. Очень важно работа кистями. Если ваши кисти будут вогнуты, они не будут нести в себе какой-то силы и крепкого захвата, они очень легко соскочат. Поэтому я делаю такое движение, как на мотоцикле, прижимаю его к себе. И сейчас такое хитрое движение, я обступаю через руку. Рука может быть в разных положениях, здесь, здесь, здесь. Да, может быть под вашим соперником, но это ничего страшного. Если он ее прячет, я его чуть-чуть раскатываю к себе и перешагиваю. Моя пятка должна быть максимально прижата к нему. Теперь, соответственно, сохраняя контроль руки, сейчас я ложусь на бок, продолжаю его притягивать к себе и просовываю ногу. И закрываю треугольник. В данном случае мне надо просто скрестить хотя бы гард, чтобы мой соперник запереживал и дал возможность либо проатаковать мне руку, либо дал время не укрепиться. Что я могу сделать? Могу взять за локоть, за отворот, если мне позволяет кимоно, если это схватка не в ноуги. И здесь я уже укрепляю свой замок и выбираю, что я хочу сделать. Либо это будет кимура, либо я могу встать, укрепить свой замок и уже продолжать делать удушающий. Вот все то же самое движение. Я перешагнул, подобрал к себе пятку. Очень важно не забывать про вот это вот пространство. Я должен быть очень близко к нему. Теперь посмотрим на работу вот этой ноги. Моя коленка должна стремиться под его лопатки. То есть не по плечам, а чуть ниже лопаток. Я опускаюсь и просовываю ногу. Эта нога мне также помогает, я его притягиваю ей. Гард. Если ваша гибкость коленей позволяет, вы можете сразу закрыть треугольник. И отсюда я уже выбираю, что я буду делать. Притягивать его руку и душить. Отрывать руку и делать американо. Или он может вставать на меня. Да, вставать на меня. Я могу продолжить делать удушающий, обняв его. Могу проатаковать свободную руку или кисть, если вы старше синего пояса.